Ай, ай. Пока. Но, коллеги, в прошлом выпуске я рассказывала о том, как выжить в декрете. Спасибо огромное за ваши комментарии, прочитала ваши истории, прям тронули меня до глубины души. Мама, вы настоящая героиня, так держать. А сегодня мы снова поговорим об обучении малышей. У нас часто меняются привычки, режим, любимые игрушки и тогда предпочтения, но неизменным остается интерес к транспорту. Об этом сегодня и поговорим и покажем, как мы изучаем виды транспорта и звуки, которые он издает. Таша, сегодня стульчики, как раньше, вот если помните, самые первые выпуски наши были в стульчике, потому что мы очень активны, все время куда-то бежим, и это единственный способ его зафиксировать и нормально что-то вам показать. Итак, я подбираю 5-6 игрушек, называю, что это и звук, который они издают. Train. Чу-чу. Дин-дин. Чу-чу. Дин-дин. Дин-дин. Helicopter. Току-току-току-току-току-току-току. Тока-тока-тока-тока-тока. Тока. Funny. And this. Bike. Брум-брум-брум-брум-брум. Bike. А, еще. Ambulance. Вы, наверное, заметили уже, что нам очень нравятся песенки. И по теме транспорта я часто пою песенку, которая называется Driving in my car from Super Simple Songs. Driving in my car. Врум-врум-врум. Driving in my car, vroom, vroom, vroom. Driving very fast, vroom, vroom, vroom. Driving very slow, vroom, vroom. I like driving, driving in my car. Также нам нравится играть с большими машинками, особенно возить их по подоконнику с утра. Так что, соседи, простите, делаем все возможное. I push my trike, away it goes, I pull my car. Look out, toes. О самосвалах у нас много разных стишков, и один из моих... Mommy's giving to you. И один из моих любимых и на канале Gibberry. Он показывается как finger play, но я люблю показывать его на игрушке. Tony, look, look, mommy has rocks. Let's put it in the dump truck. This is a dump truck. Dump truck. I'm a big dump truck full of rocks. Here is my engine and here is my box. When the crew is ready, hear me shout, pull the levers and dump me out. Shh. Dump truck. Bam. Mr. Dump truck, мы говорим бам. Яки. Яки. Тему транспорта я использую даже в самодельных игрушках. С крышками мы очень хорошо игрались, начиная с года. Но сейчас немножко интерес уже у нас остыл, но все-таки. It's a plane. New. There's a big window, pilots are there, and small windows for passengers, yeah? The plane is flying, and the sun is shining. Так, мы откручиваем и закручиваем. Here you are. Тема самолетов у нас вообще хит, хотя чуть-чуть уже остыли. Open and close. Сейчас нам очень нравятся поезда, особенно после того, как мы покатали его на детском поезде. Поэтому сейчас я вам покажу стишок, который я рассказываю, когда показываю поезд. This little train goes up the track. It says choo-choo. Then it comes back. Choo-choo. Ding-ding. И, конечно, тема транспорта мы изучаем и по книгам, да, на двух языках, даже у нас на трех. Не обязательно на английском должны быть книги, мы просто показываем картинку, рассказываю, что это, и либо рассказываю стишок, либо описываю, ну, какие-то детали. Tram. Din-din. Din-din, yeah, there's water. Yeah, and what else we have? Kitty, yeah, it's a red kitty. Учим слова, стараюсь говорить без артикля, потому что иначе у нас все слова будут начинаться с буквы A. Когда полное предложение, артикль уже добавляю перед транспортом. Стежки стежками, а реальную практику не заменит ничего. Поэтому, когда мы гуляем на улице, я обязательно обращаю внимание на те виды транспорта, которые рядом проезжают. What to give you? What do you want? Look, there's a long yellow bus. A bus. There's a crane truck. Look, it's lifting. It's rotating to the left and to the right. Потому что и взрослым, и детям, конечно,
намного интереснее учить и лучше запоминается, если все-таки обучение связано с реальной жизнью. На сегодня все. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach и ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Успехов вам в обучении малышей! See you later, alligator! Bye-bye-bye, butterfly! Пока-пока! You don't want to say bye-bye, don't you? Fuck! Bye-bye!